Как давно Семен вообще к вам поступил на службу? А главное, при каких обстоятельствах? Семен Кот к нам поступил 4 года назад. Поступил он, его привез водитель отца. Он его привез, потому что из-за того, что у него в семье, у ребенка стала аллергия. И привез Семена, он уже в таком большом возрасте. И как думали, что приживется, не приживется, но, как видимо, Семен прижился. И по нему сразу было это заметно. Он сразу понял, где он находится. Подождите, а получается, что Семен живет в здании самой части, или он на работу только приходит сейчас? Да, постоянно живет он у нас здесь, в пожарной части. И его единственное возят помыть уже из наших сотрудников, работников. Они возвращают обратно. Хорошо. Чем кот Семен заслужил вот не просто место в части, но уже и звание? Он стал как наш член семьи, член пожарного братства. Он знает, это, если, допустим, он лежит спокойно, то у нас может быть без выездов. Если он начинает играть, бегать, то, скорее всего, у нас будут выезда, вызовы.